Ну, увеличу скважинность. Вот без нагрузки такие биения получилось получить. Но очень они неустойчивые, очень склоняются, легко сбиться хочет. Ой, чувствуется уже. Перегрелась, транзисторы горячие. Этот. Вот питание тепленькое. Ну, слабо теплый. Я пробовал RF540 тут поставивший был, так он потом сгорел. Он не нагрелся, он, видимо, как-то от какого-то пробоя пробил. Снабер не помог ему. Тут вот и RF640, они лучше работают. Ну, они греются сильнее, но у них ток поменьше, они как бы защита может сама. Ну, в общем, как-то они не горят. Думаю, может частично потому, что они на их сопротивление больше. Поэтому они как резисторы защищают очень. Защищает от слишком большого тока. Но тут и RFP 260 нужно было бы, наверное, ставить, чтобы было и сопротивление меньше, и напряжение 200 вольт. Просто они дороговатые, поэтому я их не ставлю. А так, так если понять, какая тут суть, в чем тут дело, так можно просто такие снаберы сильные поставить, что все выбросы просто так будут уничтожаться. Например, тут не два нанофарада ставить, каких 10 нанофарад. Или еще больше, и выбросы будут рубиться очень здорово. Тут пока эти резисторы там почти не греются, потому что это они для более высоких частот они будут работать. Но тут относительно не такие большие, чтобы они тут что-то работали. Даже если этого резистора совсем не ставить, а прямо ставить на минус, все равно там он будет работать. Там хоть один ом можно поставить, там ничего почти не будет защищать этот снабер. А теперь с нагрузкой попробую то самое получить. 60 ватт лампа, нагрузка.
как она загорелась. Даже ну, до 8 ампер доходит. А вот тут есть эти бини. Шипение. Вот такие как бы рыбки. Но они так беспорядочно, поэтому засинхронизировать сложно. Вообще в этих осциллографах советских я заметил, у них похоже синхронизация сложно происходит. В новых она полегче. Как-то меня в нем все устраивает, кроме синхронизации. Ну и что, частоту не показывает. А когда нет синхронизации, просто вот пропадает сигнал. Ну что, он один одноканальный, тоже не нравится. Вот такие рыбочки. Похожие как. Как вот не на этой картинке, а на другой. А как на этой картинке. Таких-то я не получал. И тут где-то 21-24 килогерца, и там где-то. Нет, тут так не видно, какая частота. Ну вот, показывает 21. А самих рыбок как частота, как тут около 1 кГц, так и тут вот. 500 микросекунд, значит 1 миллисекунда, 2 клетки. Так тут вот где-то 2 клетки. То есть тут примерно то самое.